А сейчас к темам образования. И в первом материале речь пойдет о крупном юбилее, который состоялся в общеобразовательном лицее «Региональный довузовский комплекс». Наша съемочная группа побывала на торжестве и подготовила материал о том, как решили отметить 10 лет начальной школе в этом лицее. Тем продолжит наш корреспондент. Начальная школа в общеобразовательном лицее «Региональный довузовский комплекс» отмечает 10-летний юбилей. По этому случаю состоялся праздник, куда пригласили родителей и почетных гостей. Программу подготовили дети вместе со своими наставниками. Этот год юбилейный, 2024, потому что мы отпраздновали 25-летие лицея, а у нас еще 10-летие начальной школы. Потому что сначала лицей существовал только в структуре 5-11 классов, ну а потом мы поняли, вернее, это моя идея, моя задумка, что все-таки надо началку открывать. Региональный довузовский комплекс – уникальное учреждение в Тверском регионе, преимуществом обучения в котором является наличие полупансиона, обеспечивающего не только получение детьми качественного начального общего образования, но и всестороннее интеллектуальное и личностное развитие. Учащиеся выполняют домашние задания под присмотром высококвалифицированных педагогов, а также занимаются в кружках. Доп. Занятия. Например, английский дополнительный, либо театральная студия, либо психология. Мне больше всего нравится ходить на шахматы. У нас в школе классная команда. Нам нравится учиться, и у нас учителя очень добрые и классные. Дети в полной мере продемонстрировали все свои таланты. На концерте было много творческих номеров. Ребята пели, танцевали, играли. В общем, радовали родителей своими достижениями. Успехов всему педагогическому составу. И, конечно же, хочу поблагодарить их, потому что у нас в лицее очень благожелательная царит атмосфера. И очень приятно здесь находиться. То есть дети хотят идти в школу. Но это, наверное, самое главное, особенно в начальной школе. Много пожеланий, добрых слов прозвучало в адрес преподавателей, которые каждый день вкладывают все силы и знания, чтобы вырастить достойное поколение граждан нашей страны. Ведь именно им определять будущее России и им воплощать в жизнь самые смелые идеи.